Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 49. Спешите, вставляя пропущенные буквы, обозначьте окончание, объясните их написание. В ясную погоду, окончание прилагательного. Задаем вопрос. Погоду какую? Ясную. Окончание ую-ю-ю. У нас ую. В необъятном просторе. Окончание прилагательного. В каком необъятном? Или ом, или ем? У нас ом. В просторе. Простор – это мужской род. В чем просторе? Предложный падеж. Второе склонение. Окончание «е». На маленькой елочке. На елочке на какой? Маленькой или ой, или ей, или и-и. Елочки. Елочка – это первое склонение в предложном падеже «е». Отправимся по Волге. Что сделаем? Отправимся. Что сделать? Отправиться. Это второе спряжение. Поэтому окончание с буквой «и». Волга – это первое склонение. Почему? По Волге. Дательный падеж. Первое склонение – дательный падеж. Окончание «е». В ярком зареве. В зареве каком? Ярком или ом, или ем. Зарево. Второе склонение – предложный падеж. Окончание «е». В благородном порыве. В порыве каком? Благородном или ом или ем. Порыв. Второе склонение. В чем? Предложный падеж. Окончание ем. Гуляешь. Гулять. Это первое спряжение, поэтому окончание с буквы е. Первое спряжение. По роще. Роща. Первое склонение. Почему? Дательный падеж. Окончание е. Над синим прудом. Над прудом каким? Или им. Синим. В неподвижном небе, в небе каком? Или ум, или ем, в неподвижном. Небо – это второе склонение. В чем? Предложный падеж, окончание ем. К ближнему лесу. К лесу какому? Ому, ему. Окончание ему, лесу. Позднюю осень. В осень какую? Ую-ю-ю. Ю-ю у нас. Из лесной чащи. Чаще – первое склонение. Из чего? Родительный падеж. А в родительном падеже в любом склонении окончание «и». Гонит облака. Гнать – это слово «исключение», поэтому относится ко второму спряжению. Пишем с буквы «и». Гонит. Услышишь. Услышать – это все равно второе спряжение. Слово «исключение», поэтому пишем с буквы «и». Услышишь – шаги. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Если есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.